Всем привет, всем подписчикам, всем любителям велосипедов. Сегодня снимаю вторую серию по веломотору. Первая серия у нас была веломотор. Да, я установил резинки, подложил. В том видео я просто показал, как у меня получилось, что я смог установить все-таки по креплениям. И затем я установил здесь, вот подложил резиночки под это и подложил резинку вот в этом месте. Вот. Обычную из-под камеры, только автомобильной камеры. Вот. Сегодня вторая серия, и сегодня я буду устанавливать звезду. Ну, как вы видите, я уже снял колесо. Вот. Как снять колесо, я думаю, все уже знают на своих велосипедах, поэтому я это все укоротил. Значит, что нам потребуется? Нам потребуется звезда, вот такая, которая шла в комплекте, вот болты, гайки и гравера под гайки, со стороны гайки. А здесь я буду на болту на этим вот шайбочки с этой стороны. Некоторые говорят, что здесь вроде как бы ставить не надо, вот, но я что-то привык всегда под болты ставить шайбы. Вот, и две вот такие уплотнительные прокладки, которые пойдут, сейчас я вам покажу, одна со стороны это звезды, да, вот так будет. А одна пойдет с внутренней стороны втулки. Вот. И вот эту, чтобы у вас туда ее запихнуть со стороны втулки, вот я ее уже разрезал напополам. Вот, разрезал. И я ее сюда вот таким макаром. Я ее сюда и надену. Вот. Она у нас будет здесь. Вторую я поставлю сюда. Вот. Здесь у нас пойдет звезда. Звезда у нас будет стоять. Значит, один нюанс еще такой. Звезду надо ставить, как мне подсказали, чтобы у вас внутренние. То есть, видите, она здесь выпухлая, здесь как бы вдавленная, да? То есть, получается, чтобы у вас звезды больше уходили сюда, то есть, смотрели. Вот, это, тем самым нагрузка на спицы будет меньше. Ну и, соответственно, на цепь. Вот для чего она у нас такая вся вдавленная, вот. То есть у нас получается, что она будет стоять туда. То есть зубья должны в большей степени уходить в сторону, вовнутрь. То есть вот так вот. Вот. Ну все, в общем, я теперь ставлю все это дело. Значит, беру болты. Беру вот эти вот прокладочки металлические, они будут с внутренней стороны прижимать резинку, гровер и гайку. Вот, ставлю все это дело поудобней. Главное здесь сразу наживить это все дело первое. Не очень удобно, но где-то примерно так. Так, это я ставлю внутренне туда.
общем, прошло 5 минут. Все это дело я наживил. Вот. Главное понять, как вам удобно. Там же гаечки маленькие. И здесь спицы, как говорится. Ну, просто подобрать свой определенный угол. Как все это закручивать. И все у вас получится. Вот. На самом деле ничего сложного. Просто приноровиться. Ну вот, все это дело я наживил. А теперь все это дело. Значит, вот такая конструкция у нас получилась. Сначала идет звезда, потом прокладка, потом спицы, потом прокладка, потом металлические прокладочки. Вот. И все это скрепляется болтами. Да, звезда стоит у нас внутрь, зубьями, чтобы у вас было вовнутрь. Сюда, вовнутрь. Внутрь колеса. Вот. Теперь все это я буду при помощи вот таких ключей. Трещотки у меня нету, чтобы это все дело быстрее. Будем крутить долго и упорно при помощи обычных ключей на 10. Крест-накрест. Крест-накрест. Потихонечку буду все это стягивать. Ну а как получится, я покажу. Ну, значит, вот так у нас получилось. Вот. Затянули мы все это дело. Все-таки нашел трещотку. И вот с помощью ключа и трещоточки все это затягивал. Крест-накрест. Ну, сначала как бы затягивал вот так вот. Их много тут болтов. Вот. Вот эти три. То есть вот получилось. Чтобы она села у меня. Вот, а потом уже эти все подтягивал постепенно, чтобы села на втулку посадочное гнездо. Ну и вроде бы неплохо получилось. Вот, как говорится, вот таким макаром мы с вами и поставили звезду. Да, я еще пройду немножко, подтяну потом. Вот, как говорится, и все вот у нас получилось, в принципе. В следующем видео я буду устанавливать цепь. Всем пока-пока.